what you need. Что теперь делать будем? Я не знаю, он сказал, я выхожу, встречаю. Мы приехали во Фьюджи. Нам обещали, что прямо из автобуса нас встретит этот дворецкий нашей гостиницы, но никого нет, короче, где находится гостиница, мы не знаем, так что сейчас будем разбираться, смотреть. А прикольно тут, короче, природка такая, птички. Да, вообще все зелено, тишина такая, класс. King Hotel. Митя. Приехали мы сюда на 2 дня, да, Лёх? Да. Да, мы сняли гостиницу на 2... Ох, как виски запахло. Подождите, я потом. Что нас привлекло в этом городе, так это то, что проезд из Рима сюда стоит всего лишь 5 евро на человека. Ехать сюда не более 1.5 часа дорога занимает. И как бы гостиницы здесь на самом деле дешевые. Слышь, ну прикольно, нормально, чё, баси. Слышишь, я, блин, сейчас, наверное, и плюхнусь. Тоже прикольно. Чё. Там гамаки даже есть. Пойдем поваляемся. Идем. Честно говоря, вот я только что прилег здесь на солнышке, птички поют в гамачок, и единственная мысль, которая посещает меня, что как жалко, что мы здесь всего лишь на один день. Я уже, если честно, очень сильно жалею, что мы не остались на гамаках. Устала ли? Да. Фух, ну мы, короче, добрались до вершины, кажется. Короче, у меня начал руль отваливаться. Там болт один открутился. Вот, я, чтобы не убиться, попросил, какой-то итальянец эту машину чинил, я попросил, он сейчас ключ вынесет. Не знаю, насколько. Вытиджу. Фух, короче, нам помог итальянец, мы почти починили велосипеды, но Лена потеряла свой рюкзак. Вот мой на месте, а где Лена, короче, я вообще не знаю. Охереть. А что в рюкзаке было? Нашла. Ух ты, обезьяна вообще, как ты могла потерять рюкзак? Хорошо, что мы вытно. Я так перетрусила, вообще в шоке, в рюкзаке, блин. Короче, мы нашли барчик, где можно поесть, но выбор небольшой. Фух. Не, ну мы хоть что-то нашли. Вообще, короче, в чем ситуация? Суббота, все закрыто, не туристический сезон, потому толком что, ничего, ну, не работает. Насколько мы привыкли, что в Риме, наоборот, как бы в воскресенье до часу дня все работает. В субботу все открыто целый день. Здесь все закрыто. Пицца уже закончилась в 5 минут третьего. Смотри, что у тебя за спиной. Вау. Что это такое? Я капец устала вообще, я вообще не ожидала такого активного отдыха. Я, конечно, хотела, но это вообще ноги будут болеть. У меня сейчас они уже гудят, аж трусятся. Да ладно, прикольно. Не, вспоминать потом будет прикольно, сейчас вообще не прикольно. А вот это Швейцария, нет? Вот Лена наслаждается последним бутербродом, это последнее, что мы сегодня едим, потому что все закрыто уже, как мы выяснили. Что ты смеешься? Так что, мы в супермаркет даже не успеем. Короче, пообщались с хозяином бара. Бросайте, говорит, свои велики, говорит, идите дальше пешком. Пойдем.
Там какая-то еще штука. Там видео, хотя какой-то видон. С велосипеда гулять легче. Мы идем 100 метров. Все, какое-то прекрасное место, на котором хочется посидеть, посмотреть, поснимать. Кстати, вот продается квартирка. Ничего, так. Двоечка, двоечка, это что? Пьеза де Сан Пьетро Апостола, но... Где мы? Никуда-то туда, не туда пошли. Так вот, наверное, Кьеза. Вернее, там на предыдущем был поворот наверх, и там было... Слышишь? Ну, пойдем. Там, смотри, первое, что мы должны проходить, это Кьеза де Санта Кьяра и музео. И музей. Ну вот, смотри, какая-то Кьеза, не? Давай спросим. А, скуза, мэдика, пер фаворе, Кьеза де Санто Кьяра. Де Санто Кьяра. Пья, пьяца. Кози о Стефано. Комендаре пер куйсто дове росси. Кьеза де Стефано. Окей, грация миле. Грация миле, ревидерце. Здесь так тихо, здесь даже слышно шаги. Вот на соседней улице, когда кто-то идет, реально слышно шаги. Вы можете представить себе город, в котором так тихо? Потрясающе. И главное, что среди, вот в городе, на этих улицах не ездят машины, не могут здесь ездить. Здесь воздух намного чище. Мы даже на велосипеде сюда не смогли заехать. Да. Хотя, ты видишь, ездят машины. Ну, посмотри, малюсенькая. Прикольно тут. Смотри, тут кафешка с видом на вот таким вот. Одежда сушится, знаешь, вот так веревка перетянута между домами вообще. Такая милота. Здесь даже шепотом говорить хочется. Там кто-то есть, Лен. Мы снова вернулись с кафешки, забрали велики и сейчас будем возвращаться в гостиницу. Не-не-не, я не хочу, честно, я не смогу ехать. Да там не так круто, как тебе кажется. Ну вы нафиг, я сейчас как долбоеб, я сейчас через голову перелечу, через переднее колесо. Да погнали, чё, потихонечку, тормоза жми и всё. Я сейчас как нажму их, и оно меня... Ну я буду, не, я буду. Что, правда пошла пешком? Да. Тут, чтобы спускаться на велосипеде, это реально стрёмная фигня, потому что под горку было идти тяжело вниз, но ехать... Вверх еще более страшно, потому что я сейчас полностью вжимаю тормоз. Офигенно крутой спуск, это просто... В общем, мы вернулись в отель, припарковали наших железных коней, вот, и пошел дождь, вот, поэтому все сегодня у нас случается очень вовремя. Это точно. Но теперь то, что идет дождь, это ничего страшного. У нас остался еще крытый бассейн. Да. Ты что тут делаешь? Праздничный стол. На какой сегодня день рождения? Завтра. Thank you.
вообще самое крутое в этом всем, что когда мы здесь одни, то можно вообще чудить какую-то херню. Вот. Допустим, типа, Ленка, лови! Короче, мы провисели здесь до вечера, и пришло время нам планировать вечернюю программу. Лен, что у нас будет в вечерней программе? Это вы увидите дальше, не переключайтесь. А где наш стаканчик? А, я не знаю, где стаканчик. Он у нас один. Мы его не должны забыть. Фух. С днем рождения! Было у нас много планов, но в итоге мы вчера легли спать. Приходим в себя и погоним сейчас еще что-нибудь. Типа парк платный, да? Вообще, по идее, да, но билетерия закрыта, и сейчас вообще обед с 12 до половины четвертого. Так, значит, обед. Еще раз, парк платный, но билетерия закрыта, но ворота открыты. То есть мы можем заходить? Черт его знает, что делать. В общем, мы свалили уже с отеля, и немного пораньше. Вот, и решили прогуляться, здесь еще есть какой-то замечательный парк. Это, походу, самая главная достопримечательность. А, да? Угу. Ну, на всех фотках в интернете именно этот парк. Ну что, куда мы пришли? Угу. Идем еще вниз. It's time to turn off the light and make loud music. We just are Mariah and just do our thing. А как ты думаешь, эта вода, она питьевая? Да, думаю, да. Попробуем. В общем, поразительно. Большой парк, здесь только мы и ящерицы. Бабочку можешь поснимать? Нет? А, блин, она улетела. В Италии во Фьюджи меню написано даже на русском языке. Грустишь? Да что-то у них то нет, в это нет. То они не поняли, что мы заказали. Что, не понимают русский язык, что ли? Акопанати, да и джанитори. В общем, мы остались в другой пиццерии, где Лена пытается переводить надписи на пепельницах. Вот, ну. Лена, давай Инстаграм. Конечно, а что я слышу левое, что ли? Все там что в Инстаграме еду выставляют, дразнятся. А я, блин, в Италии, слышишь, они там украинскую еду, а я в Италии не могу чего похвастаться. Не Италия, да. Правда, не ешь сильно быстро, потому что нам еще 2 часа до автобуса. Как-то постарайся насладиться. Очень было круто. Город, как это называть, Дима, вообще? Фьюджи. Фьюджи. Белиссимо. Белла. Белла, что-то
Рогатки. На самом деле Фьюджи не такой интересный город, там прям, чтобы какие-то достопримечательности. Интересно просто сама атмосфера, как бы это совсем другой город, не похожий на другие. Маленькие улочки вот эти, знаете, там какие-то ступенечки, переходы. Вот на самом деле, когда я еще в Украине представлял себе Италию, то я и представлял ее именно такой вот, с этими вот маленькими улочками и такой архитектурой. То есть в Риме на самом деле вы такого мало. Вот если поехать за Рим сюда, то вы можете увидеть именно старые постройки. Что-то я вообще вмыкнула куда-то туда, сижу такая. С вами были Лена и Лёша. Пока!